Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Вот и закончился июль. Сегодня у нас 1 августа, с чем я вас и поздравляю. И настало время пустых баночек. Скорее всего, я разделю на две части пустые баночки, дабы не занимать ваше время, не растягивать видео и так далее. Первая сейчас часть будет хозяйственно-бытовые пустые баночки. Приглашаю вас к просмотру. Наливайте чай, кофе и начнем. И первое по традиции, с чего я начинаю, это, конечно, вот с таких вот гелей для стирки. В этот раз у меня закончился вот такой гель для стирки. Это Бимакс ароматерапия. Отличнейший запах, отличнейший аромат. Здесь аж было 1,5 литра, аж целых. Новая активная концентрированная формула эффективно справляется с пятнами, защищает волокна ткани и дарит приятный нежный аромат. Да, действительно, был приятный нежный аромат. Аромат чего-то такого цветочного. И оставался также этот аромат на белье. Если увижу опять в фикс-прайсе, то, конечно же, повторю эту покупочку. Так, следующее, что у меня закончилось также с фикс-прайса. Вот такой вот лоск. Ароматерапия. Это у нас с эфирными маслами была малазийская орхидея и сандаловое дерево. Заявлено на 14 стирок. Но, мне кажется, скорее всего, было чуть-чуть маленько и побольше. Здесь вот моя любимая орхидея. Вы прекрасно знаете, что у меня орхидеи достаточное количество. И номинальный объем меня очень даже удивил. Смотрите, 1,22 литра. Такого, конечно, объема я еще не видела. Такого вот нежно-нежно, смотрите, розовенького цвета. Очень отличное средство. Я также все выполаскиваю. И у меня до самого все средства, до самого конца. Далее перейдем к средствам для посуды. Дом Фаберлик. Концентрированное средство для мытья посуды. Эвкалипт, замечательное, как вот некоторые девочки, да, которых смотрю, что вот запах, да, вот этот вот аромат может отталкивающий. Меня он абсолютно не оттолкнул, он пахнет почти так же, да, как эфирное масло эвкалипта. Мне очень нравится, я очень люблю и обожаю. Почему я именно это средство взяла? Потому что содержит антибактериальные компоненты, подходит для мытья детской посуды и бутылочек. Очень отличное средство на губку и на губку, на обычную тряпку хватает, чтобы помыть посуду минимальное количество. Я эти средства вообще не развожу, они мне нравятся вот именно как они есть, концентрированные, поэтому брала, конечно, эти средства. И буду брать. В запасиках у меня, как всегда, эти средства есть. Чуть если подзаканчиваются, я беру опять. Поэтому все без... И средств таких у меня закончилось 2. Очень люблю, очень обожаю, очень нравится. Здесь у нас 500... Да, 500 миллилитров. Всегда беру по скидкам, поэтому... Также вам, конечно же, рекомендую. Следующее средство, что у меня закончилось, это вот такой ультракондиционер для белья с аромакапсулами. И это у нас была орхидея. Да, орхидея. Заявлена на 30 стирок, но я совсем-совсем маленько добавляю. Мне кажется, что совсем даже и на большее количество вот такого, вот именно, да, вот такого вот белоснежного, перламутрового цвета с прекрасным цветочным ароматом. Именно аромат, скорее всего, вот как заявлено,
орхидеи. Смягчает, ну, мне и надо, как бы процесс сглаживания это. Понятно, да, что изысканный аромат орхидеи придает, да, именно смягчает белье. Да, действительно, это так, 500 миллилитров, как заявляет производитель, так оно и есть. Поэтому, кто еще не пробовал ультракондиционеры для белья, друзья мои, я призываю вас к тому, что обязательно их попробуйте, и я думаю, что вам это понравится. Также у меня закончился вот такой пемолюкс. Это сода 5 экстра с маслом лаванды и сияющий результат. Да, действительно, это ароматерапия. Действительно пахнет лаванда и очень отчетливо пахнет. Но нам не так аромат важен, как нам важно то, чтобы хорошо это все оттирала, да, плиту, раковину, кастрюли и так далее и тому подобное. Это все средство справляется идеально. У меня нет посудомоечной машины, поэтому я все мою вручную. И мне это средство очень нравится. Брала и буду брать Пемолюкс. Следующее, что у меня закончился, это вот такой водный спрей-освежитель воздуха, антитабак. Здесь такой вот аромат был лимонно-лаймовый, еле-еле такой уловимый. И чем эти водные спреи мне нравятся, да, что они не химозные и не бросаются в нос. Он, пока находишься в туалетной комнате, действительно освежает, ароматизирует, увлажняет. Это прямо очень даже идеально увлажняет, но после него остаются вот такие вот капельки. Поэтому, кому это не нравится, конечно, это средство не подойдет. Мне оно нравится, я использовала и буду, конечно, использовать и брать отличнейшее средство. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой из новинок дома Фаберлик. У меня закончился вот такой стиральный порошок для белых и светлых тканей для стирки в жесткой воде на 26 стирок. Но я стирки не замеряю, не знаю, потому что разными средствами пользуюсь. Значит, биоминеральная формула заявлена здесь вот в таком пакетике. Плюс вот такой вот эко для порошка здесь с разлиновкой. Но, друзья мои, вы знаете, это средство, конечно, дороже, этот порошок тех средств, которые вот за 299, да, у нас рублей это 300 с лишним уже стоит. И как таковой особо разницы, да, действительно, вода жесткая у нас, да, на нашей территории. Вот, но особо разницы, да, я не увидела, что это отлично хорошо отстирывает. Что тот порошок хорошо, отлично отстирывает, да, и справляется. Чуть маленько побольше добавишь, если грязное белье, также оно справляется. Поэтому я сделала вывод такой, да, в целях чуть-чуть экономии. Зачем платить больше, когда можно, ну, особой разницы, да, я не увидела и не ощутила. Поэтому брать пока я его не буду. Опять взяла те порошочки старого образца. Поэтому, ну, это лично сугубо, конечно же, мое мнение. Вы можете с моим мнением не согласиться. Также у меня закончилась вот такая супер белизна, которую я добавляю везде. Я очень люблю и обожаю запах хлора. Отбеливает, дезинфицирует и чистит. Мне надо, чтобы всегда была у меня ванна, да, чистая, вот с таким вот еле уловимым запахом хлора. И, конечно же, унитаз. Это средство отличнейшее, дешевое, бюджетное. Всем, конечно же, рекомендую, кто придерживается моих позиций. Закончился у меня вот такой пятна выводитель кислородный универсальный. Я его добавляю также везде, и для белых, и для цветных тканей из дома Фаберлик.
Ну, отличнейшее, отличнейшее средство. Все, что заявляет у нас здесь производитель, да, что и от пота, и от травы, и от крови фруктов, и так далее, да, действительно, это все пятновыводитель, все отстирывает, все, вот, ну, я всегда вот, если использую, да, то я стараюсь использовать средства именно линейки, да, если Дом Фаберлик беру, то значит Дом Фаберлик и такой же вот пятновыводитель. То есть не если я стирала с лоском, да, то значит там я использовала уже другой пятновыводитель, поэтому как бы стараюсь, чтобы это все было одной линейки. Отличный пятновыводитель брала и буду брать. Здесь вот такая ложечка была. По-моему, отсюда эта ложечка. Если нет, то поправьте меня. И здесь у нас 500 грамм. Отличный пятновыводитель. Конечно же, всем рекомендую. Также с Дом Фаберлик у меня закончился отбеливатель кислородный для светлых и белых тканей. Отличный отбеливатель для светлых и белых тканей. Он подходит как нельзя, кстати, и идеально. Поэтому также не буду долго останавливаться. Все об этом знают. Отличный отбеливатель. Всем рекомендую. Также у меня закончились вот такие вот с Дома Фаберлик. Вот такие вот ароматизаторы для белья. Это лавандовые поля и вишневый сад. Я вешу и внешнее постельное белье кладу и вешаю в сам шкаф. Мне очень даже они нравятся, но они, друзья мои, ну ненадолго. Я так вот заметила, как бы первые вот, которые я брала, мне очень нравилось, но вот эти вот как бы, ну вот как-то ненадолго, но все равно брала и буду брать, потому что мне нравится, какой остается после них потом аромат обалденный. Также у меня закончилось некоторое количество вот таких вот влажных салфеток. Фаберлик, влажные салфетки, вот такие очищения и уход, нежность хлопка. Но вы знаете, друзья мои, что я заметила также, вот вроде и вот так кладу, но я заметила, вот такие вот салфетки закончились для интимной гигиены. И вот такие для с молочной кислотой, гипоаллергенные. Но я заметила, что как бы вот по первости вот это вот, ну вот сразу как купишь, да, новенькие, по первости пропитка вроде бы хорошая и вроде бы такая вот отличная. Но потом, да, друзья мои, вот как ближе к концу, но вы скажете, что ты хочешь, да, их здесь по 15 штук во всех трех, что ты хочешь, да, они довольно-таки быстро заканчиваются, но мне бы хотелось, друзья мои, чтобы пропитки как бы было чуть-чуть маленько, как бы побольше, потому что, ну, не совсем пропитано, что не скажу вот о таких влажных полотенцах универсальных, очищающих для всей семьи. Они действительно XL, они действительно большие, если взял, если начал протирать, то протираешь, они бюджетные, 40 штук их, это с фикс прайса. Если попаду, конечно же, опять возьму. В уборке это просто незаменимые полотенца. Кто как, в общем, это называет. И последнее. Не буду уже так на 14 минут наговорила. И последнее. Я возвращалась и буду возвращаться вот к такой вот краске для волос 7.0. Это Oriflame. Это у нас цвет темно-русый. Друзья мои, мне нравится то, что в красках. Понятно, они прокрашивают седину, да, все это. Но мне нравится, что потом, впоследствии, помоешь волосы, да, уложишь, и мне нравится, что именно вот такой вот блеск, как заявлен производителем, вот именно это мне и надо. Возвращалась и буду возвращаться. Ну, конечно, там еще некоторое количество у меня есть других красок, но вот это краски, ну, просто отличные, просто незаменимые, просто какой-то шедевр.
Друзья мои, я с вами не прощаюсь. Вот и закончилась первая часть моих пустых баночек. Я приглашаю вас во вторую часть. Там будет именно уход, шампуни, гели и так далее. Всем пока-пока!